Уважаемые друзья, Исакогорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию презентацию «Древнее урочище Куртяева». Куртяева – урочище в Приморском районе Архангельской области на реке Верховка, в 35 километрах от Северодвинска, является памятником природы регионального значения. Происхождение названия Куртяева достоверно неизвестно. Особенность урочища в том, что образовалось оно много миллионов лет назад на месте древнего потухшего вулкана. Находившийся под землей вулкан так там и остался, окутанный тайнами, а в его жерле образовалось урочище. Вулкан высвободил более 80 подземных минерализованных источников. Вулканическая деятельность и определила уникальность микроэлементного состава минеральной воды знаменитого Куртяевского источника, легенды о целебных качествах которой известны с XVI века. Источники образуют ручьи, впадающие в реку Верховку. Один из ручьев получил собственное название Талец. Вода в ручье ключевая, зимой теплая, а летом холодная, имеет уникальную особенность – она никогда не замерзает. Самое раннее упоминание урочища Куртяева встречается в сотной грамоте Никола Карельского монастыря, относящейся к XVI веку, среди владений которого указывается Боженка на Куртяеве, Михайловская – Кологривая. Через некоторое время земля урочища отходит к Кирилло-Белозерскому монастырю. Причина перехода земли на Беломорье к монастырю, расположенному на Вологодчине, проста. В посаде Нюнакса, через который исторически проходила дорога на Куртяево, находились дворы и усолья пяти крупных северных монастырей. С этим уникальным местом связано одно старинное предание. В 17 веке на полянке полдничали как-то нюнакшанские косари, и вдруг на совершенно пустой поляне узрели березовый пень, над которым появилось сияние. Приблизившись, они увидели явившуюся икону Алексия, Человека Божьего. В 1705 году приказчик, владевшего этими землями Кирилло-Белозерского монастыря, поставил часовню во имя Алексия, Человека Божьего, на том самом месте, где по сказанию явился образ его на пне. По этой причине в данной часовне никогда не настилался пол. По свидетельству современников, часовня во имя Алексия Человека Божьего в Куртяеве пользовалась особым почитанием, так как это место дарило людям успех, удачу, долголетие. В XVIII веке на месте часовни решено было возвести церковь. В памятной книге Нюнакского прихода от 1822 года уточняется, что данная церковь построена из часовни, которой в 1721 году пристроили алтарь. В XIX веке церковь перестраивали. После появления церкви перед ее алтарем была поставлена новая часовня. В результате этого возникла непривычно редкая ситуация одновременного сосуществования однопрестольной церкви Алексия Человека Божия и часовни во имя его же, что случается нечасто. В Куртяево стекались сотни верующих со всей Руси. Паломники, направляющиеся на Соловецкие острова, специально посещали Куртяево, чтобы испить уникальной воды и получить исцеление от недугов. До момента постройки часовни и церкви в Куртяеве никаких постоянных строений, кроме сенокосных и промысловых изб, не было. В начале XX века рядом с храмом стояло три гостиницы для богомольцев, от которых не осталось и следа. С 1987 года начались восстановительные работы по возрождению урочища Куртяева. В 1992 году сохранившаяся часовня была разобрана и перенесена под навес, где находится и сейчас. На историческом месте выстроена новая часовня. 29 марта 1992 года, в День памяти Алексия Человека Божия, была освящена также новопостроенная надкладезная часовня над источником Талец. И сегодня Куртяево –
одно из немногих настоящих мест паломничества, куда большое количество людей приезжает за исцеляющей водой. Благодаря тому, что источник воды проходит сквозь вулканическую породу, она обладает уникальной структурой и содержанием неповторимого набора микроэлементов, которые благоприятно влияют на организм человека. Российский научный центр медицины и курортологии разработал подробную методику лечебного использования минеральной воды Куртяевской и рекомендовал ее употребление в качестве столового напитка. В 2000 году минеральная вода Куртяевская поступила на прилавки магазинов. Интересным фактом является то, что в районе урочища Куртяева была обнаружена стоянка первобытных людей возрастом 2000 лет до нашей эры. И по сегодняшний день здесь находят орудия труда, наконечники стрел и копий. Куртяева – край легенд и преданий, место древнего вулкана, где уживаются сразу несколько достопримечательностей, одна природная, другая созданная руками человека. Спасибо за внимание.